Сегодня мы будем проходить книгу Иова. Книгу Есфирь мы оставим на потом, для того, чтобы нам сегодня пройти всю книгу Иова. А мы все прочли? Ну, я думаю, что вы дочитаете. Я думаю, сложно будет мне объяснять эту книгу без конца, то есть без завершения этой книги. Ну, читайте постепенно. Когда вы читали эту книгу, вы, наверное, раньше ничего подобного не читали. Это очень драматичная книга. Она при каждом, мне читая каждый стих, мы в это время озадачиваемся вопросом, а кто же прав? Ведь трое друзей, вернее сказать еще четвертый, в 37, простите, в 32 главе появляется. Они очень правильно все говорят. Вот нельзя не согласиться с их словами, правда ведь? Все слова правильные. Можно найти везде положительные параллели из того, что они говорят, в других книгах Священного Писания. И нам здесь слова Иова скорее кажутся странными. Он выражает некий бунт против Бога, который накопился в его душе, пока он сидел в проказе на гноище. В первой главе, в 6 стихе, говорится: «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа, между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». То есть мы видим, что Господь очень положительно характеризует Иова, очень положительно. Нет такого, как он на земле, и перечисляет его положительные качества. И отвечал сатана Господу: разве даром богобоязненен он? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все то, что у него? Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане: вот все, что у него в руке твоей,
только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня. Мы должны четко определиться. Первое, это то, что Господь оценивает Иова как редкой праведности человека. Нет такого человека на земле. Второе. Сатана в ответ на это говорит: это все потому, что ты же все ему дал, значит, его праведность – это оплата. Оплата твоей заботы. Ты ему все даешь, а он рассчитывается праведностью своей с тобой. Разве даром, говорит сатана, он благословляет тебя? Это очень и очень важно заметить. Разве даром? Тогда Господь позволяет сатане отнять у него, то есть у Иова, все, что имеет в качестве благословения Божия Иов. А именно, детей отнял, все имущество отнял, осталась только жена непутевая. Потому что она, помните, как искушала его: похули Бога и умри. Потому что жизнь твоя тяжелая. Господь в этом первом испытании не позволяет прикасаться к самому Иову. Сатана отнял все. И Иов остался таким же верным Богу, каким и был до этого испытания. Такой же сюжет повторяется во второй главе. Появляется сатана в числе ангелов Божьих, беседует с Богом. И также спрашивает Господь сатану об Иове. И вот что мы слышим. И отвечал сатана Господу и сказал: кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане: вот он в руке твоей, только душу его сбереги. И отошел сатана от лица Господней, поразил Иова проказой лютою от подошвы ноги его по самой теме его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел вне селения. Вот мы видим, что такое попущение Божие. Это тоже очень такой важный момент. Ведь обратите внимание, как сатана говорит в 5 стихе, ну, собственно, и в 1 главе тоже об этом шла речь: но простри руку твою, то есть сатана обращается к Богу. То есть сатана понимает, что если Бог не позволит
то ничего он не сможет сделать. Сатана – это существо, которое имеет огромную силу, это закономерность, но не имеет абсолютно власти. Это как лев, закрытый в клетку. Вот человек может совершенно беспечно прогуливаться рядом с клеткой, лев будет рычать, изливать всю свою злобу, но реализовать ее не сможет. Клетка обуздывается там, сатану, как льва. Эта клетка – воля Божия. Господь не позволяет сатане делать беспредел, выражаясь современным словом. То есть все попускает Бог. Все трагедии человеческой жизни, все беды, болезни, смерти, они только по попущению Божию. Сам по себе сатана ничего не может делать. Так вот, в скорости узнают об этом три друга. Называется их имена Элифаз, Вилдад и Сафар. Они пришли к своему другу Иову. И, подняв глаза свои издали, они не узнали его. Настолько было плачевное его состояние. И возвысили голос свой, и зарыдали. И разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу. И сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей. И никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико. После затянувшегося на 7 дней молчания Иов открыл уста свои и начал говорить: «Погибни день, в который я родился». Это 3 глава. «И ночь, в которую сказано, зачался человек. День тот да будет тьмою». Конечно, мы не можем понять этих слов, потому что эти слова, как мы уже знаем, исходят из уст праведника. Можно было бы понять эти слова, если бы они исходили из уст грешника, но непонятно из уст праведника. Он проклинает, по сути, день, в который он родился, и ночь, в которой он зачался. «Для чего не умер я?» – спрашивает Иов. Это тяжелый вопль его души. «На что дан страдальцу свет и жизни, огорченным душою, которые ждут смерти, и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад, и обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб. Вздохи мои предупреждают хлеб мой, и стоны мои льются, как вода, ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье». Сейчас мы должны сформулировать ветхозаветную праведность. А вернее сказать, представление праведников о праведности. Посылка веры говорит о том, что Бог справедлив. Кто-то в этом сомневается? Никто не сомневается. Бог справедлив. В
Вторая посылка разума, рациональности. Справедливость – это когда грешник карается, а праведник вознаграждается. Разумно? Разумно. Третья посылка – посылка разумности. Если первые две посылки таких, значит, награда – это радость, а наказание – это страдание. Так? Так. Четвертая посылка – от опыта. Иов страдает. Опытно он страдает в своей жизни. Какой же может быть вывод из этих четырех посылок? Иов грешник, Иов плохой. Правда ведь? Пожалуйста, возразите. Это очень важный момент. Иначе, если вы не будете задавать сейчас мне вопросы, вы не поймете этой книги. Батюшка, его страдания превзошли его меру, его силы, его меру. Так, хорошо, хорошо. Его страдания на очищение его. Что-что-что? На очищение духовного. Так. Его все страдания на наказание. Так, это испытывая... Элуи так говорил, четвертый персонаж. Испытывая, так, как вы говорите. Это человек страдания, он понимает, и он ощущает. Как очищение, да? Да. Хорошо. Вы как? Так. Зачем? Они приходили его, возможно. Они страдали, если он будет, не будет этого ощущать, он не будет себя находить в элемент лучше. Он-то ведь был праведен, наш Отец сам был праведник. Ну, испытание. Так, хорошо. Испытание, хорошо. По примеру его. Так. Но вы согласны с теми посылками, о которых я говорил? Согласны. Согласны. То есть... Все священное Писание, оно именно об этом говорит. В чем справедливость Бога? Грешника Господь наказывает, а праведника милует. Праведник от милости радуется, грешник от наказания страдает. Иов в результате, мы видим, причина какая? Он праведен, да? Потому что сам Бог сказал об этом, что он праведен, так ведь? Но это не вписывается никак в эту схему, которую я только что привел. Господь должен его что, наградить? Или он должен его наказать? Ну, прежде чем наградить, он должен его наказать. Что? Он должен его закалить, как бы, прежде чем его наградить. Хорошо. Испытать его, утвердиться, убедиться. Хорошо. Он же ведь его преждевременно наградил, батюшка. Что-что? Он же его преждевременно всеми дарами наградил детьми прекрасными. Нет. Нет, нет. А мы читаем пролог. Вы посмотрите, что когда пиршествовали дети его, 5 стих 1 главы, Иов посылал за ними и освящал их, вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех их и одного тельца за грех, о душах их, ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили, и похулили Бога в сердце своем, так делал Иову во все такие дни. Нам говорится о том, что он делал до вот этого диалога Бога с сатаной. То есть он был праведен, и Господь констатирует именно совершившийся факт его праведности, его благочестия. Слушаю вас. Может быть, награда имеется в виду, говорит, награда от Бога, когда человек помещается в такие условия, где он наилучше реализуется. Может, да, это близко, это да, это такая, да. Что он в данной ситуации, да, смог реализоваться лучше. Правильно, правильно. Но давайте поймем другую вещь, что для ветхозаветного человека это совершенно непонятно, то, о чем вы говорите сейчас. Непонятно для него это. Почему мы сейчас
Вот 4 глава, первый цикл речей. Первая речь Элифаза, друга Иова. Он утверждает, что Бог не наказывает праведного. И он говорит далее, что грешный человек погибнет. Далее он утверждает, что наказание – это плод нечестия. Может быть, кто-то не согласен с этими словами? Он его судит. Что-что? Он его судит по существу. Да, он его судит, он его судит. Вы знаете, вот здесь очень важный момент. Из всех друзей, которые говорили праведные речи, никто не знал того факта, что Бог его оценил прежде их речей, как человека благочестивого, которому подобного нет на земле. Вот думайтесь только в этот момент. Вот мы можем о ком-то что-то говорить, да? А Бог иного мнения. Ведь из всех этих четырех друзей, а друзья это не просто люди, встречные, поперечные, так ведь? Друзья это друзья. Это те люди, которые прежде всего должны сострадать. И вот все в один голос говорят, наказание это плод нечестия. Праведник не может страдать. А Бог тем временем его называет праведным, самым благочестивым. Ответ Иова Элифазу. Он желает, продолжает дальше желать себе смерти. Говорит, твердость ли ко мне и твердость моя, и медь ли плоть моя, есть ли во мне помощь для меня, и есть ли для меня какая опора? Он хочет дать понять, что друзья в первую очередь должны помочь, быть его опорой. У меня нет никакой опоры, я страдаю, я болен, и боль моя говорит о близкой смерти. Он говорит о том, чтобы они обличили его во грехе. Научите меня, и я замолчу. Укажите, в чем я погрешил, как сильны слова правды. Но что доказывает обличение ваше? Вы придумываете речи для обличения. На ветер пускаете слова ваши. Вы нападаете на сироту и роете яму другу вашему. Тело мое одето червями и пыльными струпами, кожа моя лопается и гноится, дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды. Далее Иов молится Богу. Не увидит меня око, видевшего меня, очи твои на меня и нет меня. Редеет облако и уходит, так ни сшеды преисподнюю не выйдет, не возвратится более в дом свой, и место его не будет уже знать его. Господь возвышает свой голос к Богу после ответной речи Элифаза. «Опротивила мне жизнь, это все обращено к Богу. Не вечно жить мне, отступи от меня, ибо дни мои суета». Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое? Далее он говорит в 20 стихе 7 главы. «Зачем ты поставил меня противником себе, так что я стал самому себе в тягость? И зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззаконие моего? Ибо вот я лягу в прах, и завтра поищешь меня, и нет меня». Продолжает Вилдат, друг. Такие же слова считает Иова лицемером. Он говорит, неужели Бог извращает суд? То есть в глазах Вилдада Иов хулит Бога, потому что Бог не может неправедно судить разумно.
Видишь, Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодея. Он еще наполнит смехом уста твои и губы твои радостным восклицанием. Ненавидящие тебя облекутся в стыд, и шатра нечестивых не станет. И отвечает Ио и сказал: «Правда, знаю, что так, но как оправдается человек пред Богом, если захочет вступить в прение с ним? То не ответит ему ни на одно из тысячи. Премудр сердцем и могущ силой, кто восставил против него и оставался в покое?» И далее Ио из глубины своей души говорит, это 9 глава: «Если бы я возвал, и он ответил мне, вот чего хочет он. Я не поверил бы, что голосом мой услышал тот, кто в вихре разит меня и умножает безвинно мои раны, не дает мне перевести духа, но пресыщает меня горестями. Если действовать силою, говорит он, то он могущественен. Если судом, кто сведет меня с ним? Если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня. Если я невинен, то он признает меня виновным». Что это за слова? С одной стороны, он не может ничего понять, что происходит с ним. Но он хочет говорить с Богом. Он верит в Бога. Но эта вера переполнена сомнениями. Если в душе человека есть сомнения, который опытно страдает, это вовсе не говорит о его безверии. Он просто пытается понять. Он, естественно, задает вопрос в 24 стихе: «Земля отдана в руки нечестивых, лица судей ее он закрывает. Если не он, то кто же?» То есть Бог. Что же получается? Он видит, что нечестивые благоденствуют. Как же тогда объяснить это? Значит, Бог награждает нечестивых? А если не Он, то кто же? Действительно, это удивляет. Удивляет не то, что праведник страдает, а удивляет еще больше то, что грешник благоденствует. «Скажу Богу», 10 глава 2 стих, «не обвиняй меня, объяви мне, за что ты со мной борешься. Хорошо ли для тебя, что ты угнетаешь, что презираешь дело рук твоих, а на совет нечестивых посылаешь свет? Разве у тебя плотские очи? И ты смотришь, как смотрит человек? Разве дни твои, как дни человека? Или лето твои, как дни мужа, что ты ищешь порока во мне и допытываешься греха во мне? Хотя знаешь, что я не беззаконник, и что некому избавить меня от руки твоей». Видите, как он уверенно говорит. «Если я виновен, горе мне, если и прав, то не осмелюсь поднять головы. Если я пресыщен унижением, взгляни на бедствие мое». Речь его друзей, она правдива. Но речь Иова праведна. Как понять разницу? Они говорят правду, но неправедно говорят. Они без сострадания говорят. Они без сострадания говорят. Это сатанинское богословие. Когда Христа сатана искушал в пустыне, разве он неправильные слова говорил, цитируя Священное Писание?
Это слова были правильные. Но этими словами он искушал Христа. Когда подошли ко Христу фарисеи с женщиной, которую взяли они в прелюбодеяние, и сказали, что по закону она должна быть побита камнями, Христос ответил: «Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень». Когда хотят учителя научить, они понимают, что учителя нельзя научить вследствие. Он обличает это учительство. Нужно ли давать кинсон кесарю динарий, подать? Дайте мне динарий. Кто изображен на нем, говорит Господь. Отвечает кесарь. Отдайте кесарю. А Божье отдайте Богу. Они тоже хотели его искусить, хотели его научить. Но оказалось наоборот. Когда в прошлое евангельское чтение спрашивает фарисей: «А кто же ближний мой?» И тогда Господь показывает: «Ты будь ближним, не спрашивай, кто твой ближний, ты будь ближним». И он показывает пример с самарянином добрым. Бога нельзя учить. Учителя нельзя учить. Но Иов, в отличие от своих друзей, он не философствует на темы богословия. Иов пытается прорваться к Богу. Он пытается говорить Богу. Он говорит с Богом. Он понимает, что самое главное – это не речи о праведности. Он понимает, что сейчас они, беседуя, их не четверо, а их пятеро, потому что рядом с ними находится Бог. И он понимает, что речи в присутствии невидимого, они безумны. И он все больше и больше хочет сказать Богу: «Господи, открой мне себя». Далее речь Сафара. Он тоже обвиняет в лицемерии Иова. Иов отвергает эти обвинения, они призывают его к покаянию, исправлению. Но я к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом, даже такие дерзновенные слова, говорит он. И здесь он говорит очень важные слова. В 9 стихе 13 главы. «Хорошо ли будет, когда Он испытает вас? Обманете ли Его, как обманывают человека? Строго накажет Он вас, хотя вы и скрыто лицемерите. Неужели величие Его не устрашает вас? Напоминания ваши подобны пеплу, а плоты ваши – оплоты глиняные. Замолчите предо мной, и я буду говорить, чтобы не постигло меня. Для чего мне терзать тело мое зубами моими и душу мою полагать в руку мою? Вот он убивает меня». То есть он говорит о Боге. «Но я буду надеяться. Я желал бы только отстоять пути мои пред лицем его». То есть, видите, надежда, несмотря на то, что он говорит очень как бы жестко, может быть, даже по-бунтовщически, богохульно, кощунственно. «Я желал бы только отстоять пути мои пред лицем Его. И это уже в оправдании мне, потому что лицемер не пойдет пред лице Его.
Иов далее в 23 стихе по 28, 13 главы спрашивает о числе грехов своих. «Сколько у меня пороков и грехов? Покажи мне беззаконие мое и грех мой. Для чего скрываешь лице твое?» Это все он обращает к Богу. Иов далее взывает к Богу. «Кто родится чистым от нечистого? Ни один, если дни ему определены». «Возвал бы ты, — говорит в 15 стихе, — и я дал бы тебе ответ». Он так хочет ответить Богу. Он так хочет, чтобы Бог его услышал. «Вода стирает камни, разлив ее, смывает земную пыль. Так и надежду человека ты уничтожаешь». Даже такие слова говорит. Несмотря на то, что он не теряет надежду на Бога, он говорит: «Ты надежду уничтожаешь». Отчаяние убивает в человеке веру, а в нем вера остается, в нем остается надежда. Это подобно тем словам, которые сказал отец своего несчастного сына: «Господи, верую, помоги моему неверию». Что у него глубокая вера и ощущение. Что? Просто у него глубокая вера и ощущение Бога, потому что если... У него-то как раз вот самое важное, что есть, это ощущение Бога. Он настолько его ощущает. Он не знает Бога. Он не видит его. Но... Он совершенно, он не видит. Он знает Бога, что Бог не предаст его. Но в то же время он как бы не понимает, почему Бог как бы издевается над ним. Ведь он все пытался сделать для того, чтобы прославить Бога, для того, чтобы не осквернить себя. Далее Элифаз вторую речь произносит, тоже обвиняет в заблуждении Иова. Батюшка, ведь неизвестно, как бы они себя люди. Так он же и говорит об этом. Он же и говорит. И Бог осуждает в результате их. Конечно. В последних главах он это скажет сам. Сам Бог скажет. Далее говорит Иов. Он рассекает внутренности мои, то есть о Боге говорит, и не щадит. Пролил на землю желчь мою, при всем том, что нет хищения в руках моих, и молитва моя чиста. Вот что такое чистая молитва? Это прежде всего искренняя молитва. Это вот такое реальное ощущение рядом с собой Бога, как другого человека. Замечательно говорит Макарий Египетский об человеке, который искренне молится. Он говорит: искренне молящийся человек – это человек, подобен человеку с завязанными руками за спиной. Он, подняв голову, только восклицает: «Господи, помилуй меня». Он беспомощен. Он ощущает эту беспомощность, но в то же время он обращает свое лицо к Богу и взывает к Нему, чтобы Господь его помиловал. И здесь происходит то же самое. Он чувствует, что он связан по рукам и ногам. Но эта надежда переполняет его. Он говорит: «Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его, и стоевает сердце мое в груди моей». Вот видите, вот его вера, она очень хорошо сформулирована. Он верит, что именно в своей коже, обновленной коже, которую очистит его Искупитель, он сможет узреть Бога. Это очень важное свидетельство о том, что его вера крепка. И что эта вера не вера отчаявшаяся,
Но это искренняя боль, которая выражается по отношению к Богу. Далее. Можно пропустить здесь все. Иов также рассказывает в 29 главе, каким он был славным, знатным, именитым, богатым человеком, и как все перед ним благоговели. После слов моих уже не рассуждали, когда он говорил. То есть он настолько был авторитетным человеком, знатным. Ждали меня, как дождя, и как дождю позднему открывали уста свои. Я назначал пути им и сидел во главе, и жил, как царь, в кругу воинов, как утешитель плачущих. И вот в 30 главе он продолжает. А сейчас они гнушаются мной, удаляются от меня, и не удерживаются плевать пред лицем моим, так как он развязал повод мой и поразил меня, то они сбросили с себя узду пред лицем моим. С правого боку встает это исчадие. Что это? Прежде всего, взгляд на Иова разделяет совершенно все окружающие люди. Иов одинок в своем страдании. Нет человека, понимающего Иова. Даже те, кому он благодетельствовал, кому он был отцом родным, все его отвергли и гнушаются, и плюют в его сторону. Забыли о тех благодеяниях, которые он совершил. И напоминает ли нам этот образ, образ Христа? Праведник всегда один. В 31 главе он говорит о своей праведности. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Какая же участь мне от Бога свыше? И какое наследие от Вседержителя с небес?» И здесь он перечисляет, что он все делал для того, чтобы сохранить себя чистым, непорочным перед Богом. «И отказывал ли я нуждающимся в их просьбе? И томил ли я глаза вдовы? Один ли я съедал кусок мой? И не ел ли от него и сирота? Ибо с детства он рос со мной, как с отцом, то есть сирота. И от чрева матери моей я руководил вдову. Прельстился ли я в тайне сердца моего, и целовал ли уста мои руку мою?» То есть, что он себя не возвеличивал. «О, если бы кто выслушал меня!» Опять эта речь. «Вот мое желание, чтобы Вседержитель отвечал мне, и чтобы защитник мой составил запись». Вот здесь появляется четвертый персонаж. Элиуй. Он самый молодой человек. И молодые, как известно, в присутствии старых никогда не говорили. И поэтому о нем даже не упоминалось в предыдущих главах. И когда уже закончили все говорить, он воспылал гневом на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога. Это действительно так было. А на трех друзей его воспылал гнев его за то, что они не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова. Или Уй ждал, пока Иов говорил, потому что они летами были старше его. Когда же Илиуй увидел, что нет ответа в устах его трех мужей, тогда воспылал гнев его. И вот что он говорит? Он говорит по-другому. Он говорит не так, как его друзья. То есть он не юридически смотрит. Грех, значит, должно быть наказание. Сделал праведное дело, значит, получи награду. Он говорит то, о чем говорили вы только что. То есть Господь посылает тебе страдания для того, чтобы очистить тебя, для того, чтобы усовершенствовать тебя. Его речь как будто совершение тех вседобрадных мужей. И как будто с этой речью вообще нельзя не согласиться. Он даже говорит такие слова. «На лице человека смотреть не буду,
и ни к какому человеку льстить не стану. То есть он говорит о своем нелицеприятии или уе. Потому что я не умею льстить. Сейчас убей меня, Творец мой. Он говорит даже такие слова. Настолько он считает себя человеком нелицеприятным, нелицемерным, что он готов поклясться своим нелицемерием. Убей меня, Творец. И далее он обращает их к Иову. Если можешь, отвечай мне. И стань передо мною, вот я по желанию твоему, вместо Бога. Я образован также из брения, и потому страх передо мной не может смутить тебя, и рука моя не будет тяжела для тебя. То есть, что мы видим? Мы видим, что он готов спорить с Иовом, потому что не видит у Иова и доли правды. Он даже говорит, я тебе вместо Бога. Если ты смущаешься Богу, то мне ты можешь все сказать. Ты говорил, уши мои, и я слышал звук слов, чист я без порока. То есть он цитирует Иова. Невинен я, и нет во мне неправды. А он нашел обвинение против меня и считает меня своим противником и поставил ноги мои в колоду, наблюдает за всеми путями моими. Он процитировал Иова здесь в данном случае. О том, что Иов считает себя совершенно невиновным. И далее он утверждает, что Бог справедливый, не может по-другому поступать, и что его путь – путь грешника Иова. И продолжал Элиуй и сказал, подожди меня немного, и я покажу тебе, что я имею еще что сказать за Бога. Начну мое рассуждение издалека. И воздам Создателю моему справедливость, потому что слова мои точно не ложь. Перед тобою совершенный в познаниях. Перед тобою совершенный в познаниях. И он говорит, в принципе, то же самое, что говорили его друзья. Но вот здесь заканчивается его речь. 37 глава. 19 стих, это удивительный момент. С чего он начинал? Перед тобой совершенным познанием. Он готов был быть адвокатом Божьим, вместо Бога, даже наместником в каком-то смысле. И вот научи, 19 стих, научи нас, что сказать ему. То есть он обращается к Иову. Мы в этой тьме ничего не можем сообразить. Будет ли возвещено ему, что я говорю? Сказал ли кто, что сказанное доносится ему? Теперь не видно яркого света в облаках, но пронесется ветер и расчистит их. Здесь уже пророческая речь, по сути, начинается. Светлая погода приходит от севера, и окрест Бога страшно великолепен. Вседержитель, он восклицает, мы постигаем его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. Посему да благоговеют перед ним люди и да трепещут пред ним все мудрые сердцем. Что это за слова? Вспоминается один замечательный случай из жизни Феофана Быстрова, святителя. Он был духовником царской семьи. И однажды к нему, по-моему, Бердяев пришел, философ известный, или Розанов. И вот он буквально налетел на святителя Феофана с вопросами, обвинениями в адрес монашества. Вот монахи, они такие раз такие. Вот они не социальные. Вот они там уединяются и живут себе, можно сказать, в удовольствии, потому что творят свою молитву и так далее, и так далее. И в это время они гуляли по академическому парку. А он был ректором семинарии Академии Санкт-Петербургской, святитель Феофан. Они гуляли. И все это время, пока
высказывал свои недовольства в адрес монашества Розанов, святитель Феофан молчал, ничего не говорил. И вот Розанов при этом все тише и тише произносил свои обвинения. И в конце он произносил совершенно удивительные слова. Нужно заметить, что при этом святитель Феофан не обмолвился ни одним словом. Он говорит в конце: «Владыка, а может быть, вы и правы?» Так вот, когда Элиуй произносил свою речь, якобы от себя умного и совершенного, знающего все, в 23 стихе «Вседержитель, мы не постигаем его». Он велик силою, мы не постигаем его. Но если мы не постигаем ему, так откуда ж такая уверенность в речах твоих, человече? Вот 38 глава, начинается кульминация книги Иова. Когда Элиуй перестал говорить, Господь отвечал Иову из бури и сказал: «Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? Припаяшь ныне чресла твои, как муж. Припаясы чресла свои, это значит, будь готов к войне». Помните, когда одежда широкая, она не припоясана, то человек расслаблен, он только в шатрах может наслаждаться. Но если припоясы чресла, это значит работать или воевать. «Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне». То есть Господь не является для того, чтобы ответить на вопросы Иова. Он как будто пытается закрыть рот Иову. «Я тебя буду спрашивать, а ты мне отвечай». И вот с 4 стиха Господь говорит: «Где был ты, когда я полагал основание земли?» Вопрос. «Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, то есть земле, если знаешь, или кто протягивал по ней верфь, на чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости». И далее он раскрывает себя как Творца Вселенной. Из 16 стиха он говорит о неспособности человека исследовать тайну творения Божия. «Не сходил ли ты в глубину моря и входил ли в исследование бездны? Отворялись ли для тебя врата смерти? И видел ли ты врата тени смертной? Обозрел ли ты широту земли? Объясни, если знаешь все это. Где путь к жилищу света и где место тьмы? Ты, конечно, доходил до границ ее и знаешь стези к дому ее». То есть он как будто смеется над ним, иронизирует. «Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико. Входил ли ты в хранилище снега и видел ли сокровище града, который берегу я на время смутное?» И далее он продолжает, не буду цитировать, о тайнах мироздания, о которых человек ничего не знает. Конечно, сегодняшние ученые могут сказать: «Да мы знаем очень многое». Но они знают в какой-то мере, как это движется, как это работает. Но не знают причин, не знают конечной цели. И самое важное, не знают все-таки изначального смысла. То есть они знают как будто только функциональную сторону происходящего. Вот пример вам с той же святой водой.
Что мы видим в святой воде? Прежде всего, преодоление второго закона термодинамики. Этот ученый знает только, что этот закон существует, и что он непреодолим, этот закон. Все идет к разрушению, гласит нам второй закон термодинамики. Все погибает. Все системы, которые есть в этом мире, они все погибают. А вот святая вода нам говорит об обратном. Вода становится нетленной, она не портится. Значит, не знают смысла самого глубинного ученый о воде. То есть вода может быть огненной, потому что водой, помните, когда окропляют бесноватых тех же людей, как они реагируют на святую воду? Как на огонь попаляющий. Вода, она как огонь пожигает грех, потому что когда погружают человека грешного в крещение, в купель, он очищается от греха. Благодаря не воде, а благодаря тому, что эта вода приобрела глубинный смысл, о котором просто человек не знает. Преодолевается этот закон энтропии, то есть второй закон термодинамики, он преодолевается и в мощах святых угодников. И вот здесь идет речь о том, что ты знаешь, человек? Можешь ли это исследовать? Знаешь ты глубины всего этого? Нет, не знаешь. Не способность человека исследовать и тайны животного мира в 39 главе. Здесь Господь говорит о диких животных. Захочет ли единорог служить тебе, и переночует ли у яслей твоих? Можешь ли веревкой привязать единорога к борозде, и станет ли он боронить за тобою поле? То есть идет речь о диких животных. Понадеешься ли на него, потому что у него сила велика, и представишь ли ему работу твою, поверишь ли ему, что он семена твои возродит и сложит твое. Ты ли дал красивые крылья павлину, и перья, и пух страусу? И здесь тоже раскрывается красота этого Богом созданного мира. И в 32 стихе 39 главы говорит: будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить? Обличающий Бога пусть отвечает ему. И отвечал Иов Господу и сказал: вот я ничтожен, что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил тебе, теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду. Действительно, как сказал замечательный Экзюпери: ты, Господи, избавишь нас, когда мы встретимся с тобой, от всех вопросов, как от болезни. Действительно, наши вопросы – это наша болезнь. Потому что 10 вопросов, они порождают сотни других вопросов. И отвечал Господь Иову из бури и сказал: припаяшь, как муж, чресла твои, и я буду спрашивать, а ты объясняй. Такая ли у тебя мышца, как у Бога, и можешь ли возгреметь голосом, как Он? Украсть же себя величием и славой, облекись в блеске великолепия, излей ярость гнева твоего, посмотри на все гордое и смири его, взгляни на всех высокомерных и унизь их, и сокруши нечестивых на местах их, зарой всех их в землю, и лица их покрой тьмою, тогда я и признаю, что десница твоя может спасать тебя». Такое впечатление, что как будто Бог обращается с человеком, в частности с Иовом, как
злой экспериментатор с каким-то существом в пробирке, подогревая его. На самом деле все не так. Далее Господь говорит: «Вот бегемот, которого я создал, как и тебя». И здесь он описывает возможности бегемота. Как бы не совсем бегемот, некоторые утверждают, потому что некоторые описания не совпадают с нынешним бегемотом. Но здесь не важно. Здесь важно другое. Важно то, а здесь еще и Левиафан. Вот 40 и 41 глава Левиафан, он похож скорее на крокодила. Но здесь две очень важных детали. Здесь идет речь об этих животных, и эти животные, они наполовину знакомы человеку, а наполовину нет. То есть есть что-то, что неузнаваемо в этих животных. Почему так? Потому что мы многих, во-первых, животных, которые жили в этом мире по счастливой случайности, мы их не знали. Это все древние животные, всевозможные там мастодонты и так далее, слава Богу, что их нет. И слава Богу, что мы с ними не имеем, так сказать, счастья, так сказать, общаться. Всевозможные там птеродактили и так далее. Представьте, будут такие тут кружить самолеты. Но самое удивительное здесь другое. Посмотрите, как Господь говорит об этих животных, как ребенок о своей любимой игрушке. Он говорит: «Не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их». Творение. Да. «Крепкие щиты его, великолепие. Они скреплены как бы твердую печатью. Один к другому прикасаются близко, так что и воздух не проходит между ними». Это он описывает его, в смысле, это животное. То есть получается интересная вещь. Человека это пугает, а Бога это радует. «Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры, из ноздри его выходит дым, как из кипящего горшка или котла, дыхание его раскаляют угли», и так далее, и так далее. «Когда он поднимается, силачи в страхе совсем теряются от ужаса». И далее, и далее. И вот заключает он в 26 стихе 41 главы. Почему человек боится этого животного, этих животных, вернее сказать? А Господь, помните, как Он сказал, когда создал животных? «Все весьма хорошо есть». Значит, все Он создал совершенным. Ну, а там-то не посвящен. И вот в 26 стихе говорится: «Но на все высокое смотрит смело, он царь над всеми сынами гордости». Вот в чем причина. Люди согрешили, и поэтому боятся этих животных. Но праведники не боялись бы, если бы они были чистыми и праведными. Эти животные были бы послушны, как послушны были львы, тигры, медведи святым людям, помните? Один из египетских подвижников на спине крокодила пересекал Нил. Вот. Значит, с человеком произошло что-то неправильное, человек согрешил. Все согрешили, нет праведного ни одного. И вот в 42 главе Иов, отвечая Господу, и сказал: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей
помрачающие провидения, ничего не разумея. Он о себе-то говорит. Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить. И что буду спрашивать у тебя, объясни мне. А вот сейчас, 5 стих, я слышал о тебе слухом уха. Вот знаете, как наука производится академиком Шишковым? От какого слова? На ухо. Вот я слышал о тебе слухом уха. То, что он мог знать о Боге. Кто-то ему рассказал, где-то он прочитал. Теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь. Вот мы видим, все то, что он говорил, от этого всего он отрекается. И раскаиваюсь в прахе пепла. Что же это значит все? Зачем такая длинная пьеса? Так, вот здесь самый сложный момент. Но его, если мы поймем, то мы поймем вообще, что такое ветхозаветное человечество. Ветхозаветное человечество – это человечество, которое настолько все истрадалось в поисках истины, верного пути, в поисках рая. Они знали о том, что они его потеряли. Но какая дорога ведет к нему, никто об этом не знал. И он говорит здесь, если человек умрет, то будет ли он опять жив, жить? Он не знает. Потому что никто не знает из ветхозаветных людей о жизни после смерти. И вот решается эта проблема тем, что приходит Бог. И вот Он дает себя ощутить. Он-то всегда с человеком, Он рядом с человеком. И Он рядом был, когда они спорили на навозной куче. Но они Его не ощущали, и Он себя не давал им ощутить. Но здесь Он является Богу, является Иову. И как замечательно, по-моему, Льюис говорит, когда ты приходишь, то в твоем присутствии умирают все вопросы. Вот обратите внимание на жизнь благочестивых подвижников. Когда они стали на путь стяжания благодати Божией, помните, как Серафим Саровский сказал, цель христианской жизни – это что? Стяжание благодати Святого Духа. Если стал человек на этот путь, и он почувствовал благодать, его вопросы больше не терзают. Терзать вопросы могут только вне Божие присутствие, в присутствии Бога вопросы не терзают человека. Тогда скажи мы, ну мы же в Новом Завете живем. Да, мы живем исторически в Новом Завете. Но наша душа всегда ли живет в этом пространстве Богом дарованном? Перезвоните, пожалуйста, мне лекция где-то через час. То есть, для того, чтобы все вопросы умерли, чтобы они не терзали, как терзает болезнь, ведь, обратите внимание, с момента болезни его тела, проказы, появилась и другая болезнь, болезнь вопросов. Это одновременно появляется. Человек страдающий задает вопросы. Человек болеющий задает вопросы. Человек, считающий себя несчастным, он задает вопросы.
Человек, неудовлетворенный жизнью, он задает вопросы. Человек, который с Богом, он вопросы не задает. Почему? И вот здесь блаженный Августин говорит такие слова. Если хочешь, я разрешу тебя от всех вопросов. Вернее, он влагает эти слова в уста Бога, блаженный Августин. Если хочешь, я разрешу тебя от всех вопросов. Если хочешь, я разрешу тебя от всех грехов. Если хочешь, ты не будешь болеть, не будешь умирать. Если хочешь, ты будешь иметь все. Но ты никогда не увидишь меня. И далее блаженный Августин говорит такую важную деталь. Твое сердце дрогнуло, слушайте. Если дрогнуло, значит, ты еще жив. Потому что самое главное – это видеть Бога. А не быть просто защищенным, очищенным, знающим, убежденным, сильным и так далее, и так далее. Блаженство человека связано прежде всего с присутствием Бога, с жизнью с Богом. Как называют свои замечательные дневники Иоанн Кронштадтский? «Моя жизнь во Христе». А спросите, возможно ли жизнь его без Христа? Невозможно. Она теряет всякий смысл. И мы видим, что загадки Божьи утешают Иова больше, чем ответы человеческие. Мы порой ищем этих ответов. Но помните, как они разжигают в нас аппетит, эти ответы. Мы все больше и больше хотим знать. Это действительно превращается в болезнь. Всю жизнь учащиеся, говорит апостол, и не могущие в разум истины прийти. Когда спрашивал Пилат у Христа, плененного Христа, что есть истина? Христос ответил ему на этот вопрос. Он и ответил ему на этот вопрос. Пилат, наверное, не сознавал, что он спрашивает. И вот в этом важный момент. Когда мы не осознаем, что мы спрашиваем, то мы никогда не получим ответа. Он спрашивал об истине в присутствии истины. И никто, а что? Чем больше человек получает ответов об истинах, тем меньше он понимает, что такое или не кто такое истина. Аз есть истина, путь и жизнь, говорит Господь о себе. Так вот, что решает все вопросы, все трудности человеческой жизни, благодать Божия. Каждый из нас имеет прекрасный опыт, когда нам бывает тяжело, когда нам бывает трудно. И у нас много вопросов к Богу. Почему так несправедливо? Мы можем говорить так же, как и Иов. Почему, Господи, это случается? Не задаем ли мы такие же вопросы? Но когда мы начинаем искренне молиться, и Господь отвечает своей благодатью, продолжаются ли эти же вопросы у нас? Они уходят. Господь избавляет нас от бремени вопросов, как от страсти и как от болезни. Действительно, когда человек... Помните, бывают такие моменты, когда человек хочет получить какие-то ответы на какие-то очень важные вопросы. Иногда люди едут в монастырь, И все, вот сейчас я встречу какого-то богомудрого там батюшку, вот мне часто так рассказывают, встречу, обязательно он мне ответит на все мои, так сказать. И когда он оказывается в монастыре, и вот молится там, вот, знаете, вот из часа в час, изо дня в день, он погружается в эту благодатную атмосферу, у него пропадают вопросы. Он считает, что эти вопросы, они будут,
Ну, они совершенно какие-то будут биением ветра. Действительно, присутствие Божие, вот что освобождает человека от этой болезни вопроса. И пока у нас есть вопрос, мы должны сделать... Батюшка, ведь ветхозаветные были ближе к Господу, чем мы сейчас. Кто? Ветхозаветные были ближе к Богу, чем мы сейчас, и знания у них как-то были другие, чем у нас. Вы знаете, они не имели этих знаний. Они у них... Это было, понимаете, это было скорее не знанием то, что они имели. Конечно, они имели откровение от Бога. Ну, чувствовали. Они имели. Вы знаете, я думаю, что все это не совсем правильно. Почему? Потому что... В зависимости от какого периода будет хозяйство. Вы знаете, это тоже важный момент, да, это важно. Конечно, если вы находитесь в атмосфере, понимаете, полнейшего греха, везде приносятся жертвы идолам, везде совершаются вакханалии, понимаете, там, бесовские. В каком состоянии человек может быть? В таком же бесноватом, как и все вокруг, правда ведь? Конечно, в атмосфере кого ты живешь, что ты будешь и ощущать, и переживать. А атмосфера Ветхого Завета, она была очень такая, скажем, пестрая. И кровавая. И кровавая. То есть в разные периоды было по-разному, мы знаем. Конечно, Христос, Он является ответом. Он является ответом на все вопросы человека. И вот когда мы причащаемся тело и кровью Христовы, это, знаете, вот самое удивительное то, что человек, который причащается, он не знает, что его ожидает вследствие причастия. Он причащается, потому что он знает, это будет, ну, как-то благоприятно скажется на его духовной жизни, так ведь? Но бывает, человек причастился, и вот с ним вот в одночасье что-то произошло того, чего он вообще не ожидал. Вот это говорит о том, что это вот именно присутствие Божие, понимаете? Бог действует не так, как мы себе представляем, Он может действовать. Вот в чем суть всего-то, понимаете? Потому что эти люди, которые рассуждали на тему Бога, они его ограничивали своими понятиями, своими представлениями о Боге. Они были праведны, они были правильны, эти представления, но они были очень ограничены. Бога к этим представлениям свести нельзя. Бог выше всяких представлений. Почему существуют разные заветы? В Ветхом Завете было несколько заветов. Новый Завет – это значит, что Бог выше всего. Всякого представления, всяких заветов, всякой праведности, всякого понимания. Помните, есть два пути богословия. Первый путь богословия – катафатический путь. Это значит положительного изучения богословия. Когда мы узнаем о Боге что-то, что открыто кому-то. Вот из Библии мы узнаем, да? Вот что Бог есть любовь, там, и так, Бог есть дух, Бог всемогущий и так далее, и так далее. Но когда человек идет к Богу, стяжает благодать Божию, то все вот эти представления о Боге, которые были положительными и правильными, он начинает их отрицать. И он говорит, Бог не есть любовь, Бог не есть дух, Бог не есть всемогущий. Странно, а как же так? А что же получается? Он был, а сейчас он не такой? Нет. Просто когда человек пользуется знаниями о Боге, то это всего лишь абстракции. Это не знание Бога. Это всего лишь схема, это картинка, рисунок, все что угодно, но это не Бог. И когда он идет к Богу, очищая свое сердце, стяжает божественную благодать, вот здесь происходит соединение с Богом. И он понимает, что то, что я говорил вчера о Боге, это так далеко, это тень Бога. И поэтому, не потому, что Бог не есть любовь. Бог есть любовь, но это не то, что мы представляли себе о любви. Вот что нужно понять. Понимаете, о чем сказано здесь? И поэтому называется второй путь. Путь апофатического богословия, то есть отрицательного богословия. То есть это богословие, оно отрицает все напрочь. То, что мы знали о Боге раньше. Оно говорит, все не так. Потому что в реальном мире и в виртуальном мире
Как отличается тень от человека, точно так же отличается наше познание о Боге и знание непосредственно Бога. И вот все эти главы, 41 глава, это было представление о Боге. У Иова тоже было представление о Боге. Он-то знал, что он праведный человек, ну, с точки зрения, так сказать, возможности ветхозаветного человека. А этого не знали его друзья. И вот они спорили в одном пространстве, но все эти пространства разрушаются, когда приходит Бог. Вот, знаете, вот удивительная вещь, вот свет взять. Вот чем можно подсветить свет, скажите мне? Вот свет, вот есть, чем можно его подсветить? Что свет, да? Вот удивительная вещь, из всех видимых вещей свет не видим, да? Вот, а мы все видим благодаря свету. Вот что такое свет? Вот замечательные слова в великом словословии на утренней. «Во свете Твоем узрим свет». То есть в Его свете, в Божественном свете мы узрим свет этот, мы поймем этот. Мы ничего не понимаем вообще. Вы знаете, мы настолько в ограниченном мире живем, что когда приходит Бог, то человек начинает отрекаться от этого всего. Говорит, я отрекаюсь, раскаиваюсь в прахе и пепле. Почему заслуга ведь его и в том же, что он покаялся, этот не отдам, я каюсь. Нет, все правильно, но здесь страдания очень хорошо раскрыта прежде всего душа праведника. Страдания от него не ушли. Душа праведника раскрыта, вдумайтесь, очень хорошо. Вот святость человека и вот святость Бога. Святость человека познается только в истинной святости Бога. Вне света божественного святость человеческая будет непонятна даже для самого человека. Вот в чем есть, так сказать, вся загадка и парадокс. Потому что, с одной стороны, он пытается что-то делать, то, что Бог говорит, и Господь его же за это наказывает. Что еще можно сказать? Может, какие-то вопросы? Я сейчас еще подумаю, что можно. У нас еще есть немножко времени. 15 минут. Если... Да-да, я слышу, вы говорите громче. Нет, просто такой вопрос. Сейчас мы где-то что сказали. Если не читая всего этого, ну, действия, можно познать. Нет, знания нужны. Знания нужны. А если не действуем, только читаем? Ну, нет, нельзя, нельзя. Почему? Потому что нельзя перейти полноценно в 10 класс школы, если мы не учились, понимаете, там в 1-м, 2-м, 3-м, 10-м, 8-м и так далее. Нет, я не это хотел сказать. Я знаю, в кого я уверовал, говорит нам апостол Павел. То есть он знает, в кого он уверовал. Здесь мы видим первичное знание. То есть он знает Христа, поэтому он в него и уверовал. И вот здесь мы видим, что действие – это следствие этого знания и этой веры. Он начинает проявлять всю свою любовь, всю свою надежду к Богу, потому что Он его знает. Как могу уверовать, если мне никто не проповедовал о нем, говорит апостол. То есть вера, она от проповеди. Мы должны читать, мы должны узнавать о Боге. И тогда у нас будет уже представление, потому что знание от Ветхого Завета к Новому Завету совершенствуется о Боге. И в какой-то момент мы уже понимаем, что самое основное – это вот Евхаристия, когда мы становимся причастниками Божественного Естества. Если человек не видит, он не может читать, но он настолько в жизни подтверждает свою веру действиями, он же познает Бога. А как он может, понимаете, а ради кого он будет действовать, понимаете, если он…
не знает Бога. Он должен знать. Батюшка, он должен, понимаете, если я живу, так сказать, в Украине по законам Украины, потому что я знаю, что это законы Украины, что они требуют от меня. Как я буду жить по его законам, если я его не знаю, и того требования, которое он предъявляет мне? Конечно, есть одно «но». Это совесть человека внутри. Но эта совесть ее недостаточно, чтобы знать о Боге и действовать по-божьему. Батюшка, как пишут писатели, что вот дореволюционная Русь, дореволюционная Россия, она веровала в Бога, при том, ну, веровала вот, ну, сельская местность веровала. Такая вот у них вера была, вот в селе, на селах, в деревнях была такая вера, что вот они ее пронесли через всю свою жизнь, через Божье, через абсолютно все. А ведь там же было очень много безграмотных. Не все же ведь читали Библию или Святое Писание. Как тогда вот с этим соглашаться? Я согласна с апостолом Павлом, верю через того, что я знаю. Вот. Да. А как тогда вот это вот взять? Или, к примеру, матрёшка, святая матрёшка. Она же ведь понимаете, нет, вы знаете, вот все-таки это как раз, понимаете, скажем так, неудачный пример с матрёшкой. Потому что она внимала всему тому, когда ее приносили в церковь, понимаете, что там говорилось. Она очень была, так сказать, осведомленной в вере. Она проповедь внимательно слушала. Она знала, и раньше люди, вы понимаете, ведь, скажем так, ветхозаветный человек без Нового Завета не может спастись. А вот новозаветный человек без Ветхого Завета может спастись. Поэтому нам не обязательно знать все, что было в Ветхом Завете. Потому что мы знаем самое главное, Христос есть истина, путь и жизнь. Познайте истину, то есть Христа, и истина сделает вас свободными. Конечно, мы можем ограничиться, если вы так открытой душой приняли знание о Христе, это благовестие евангельское, и вы живете Христом, причащаетесь, исповедуетесь, молитесь к Нему. Не надо всех этих знаний. Всего этого достаточно. Христос, вот в чем Христос воскрес, вот в чем вся истина. Но это мы узнаем для того, чтобы мы могли... Понимаете, ведь что такое человеческая жизнь? Это затянувшийся процесс самоидентификации. Мы постоянно ищем свою одежду для того, чтобы идентифицировать себя с кем-то. Вот поначалу, понимаете, вот как молодые люди идентифицируют себя с каким-то Шварценеггером, например, с героем каким-то там и так далее. Кто-то там из умников идентифицирует себя там, ну я не знаю, с Эйнштейном там, понимаете, и так далее, и так далее. Каждый себя, вот сегодняшние девушки идентифицируют себя с какими-то актрисами там известными и так далее. Вот понимаете, это затянувшийся процесс. Человек должен себя идентифицировать правильно. С кем он тебя должен идентифицировать? Прежде всего, с Христом. Потому что Христос новый человек, Он подлинный человек. И если Он себя нашел во Христе, все, Ему больше уже ничего не нужно. Потому что во Христе человек будет блажен. А если он, понимаете, нам тяжело это сделать сразу. Вот даже мы верующие люди, посещаем храм, может. И то, понимаете, мы не всегда соотносим свою жизнь с тем, что мы христиане. Мы забываем порой об этом. Потому что наши поступки говорят о том, что мы забыли о том, что мы христиане. Правда ведь? Поэтому это и есть затянувшийся процесс самоидентификации. Батюшка, а семейные традиции тоже, наверное, имели значение? Конечно, имели. Они имели воспитание, потому что они были построены на христианских основах. То есть на Христе, значит. Потому что... Тогда жизнь была максимально приближена к церкви. Не было той пропасти, которая сейчас лежит между обществом, семьей и церковью. Тогда такого не было. Да. Да. Что-что? Чтобы Бога увидеть. Знаете, здесь, во-первых, мы видим это исключительный путь одного человека. И это не путь всех людей. Это путь какого-то особенного страдания. Потому что мы видим, описано с такой подробностью это страдание. И Иов рассказывает о своем, что с меня вытекает желчь и выпускает мне желчь Бог.
И более того, понимаете, вот даже проблема тела. Вот человек в теле, это тело начинает гнить. Оно отваливается кусками от него. И вот Господь начинает утешать. Может некоторым скептикам показаться. Чем Он утешает? Дополнительными вопросами. Он еще более, вот ты ответь мне на эти вопросы. То есть получается, что мало того, что у меня проблема с моим маленьким телом, ты еще погружаешь меня в тело большое, этого вселенского мира, этого мира. Реши эти вопросы, ответь мне на эти вопросы. Кто может такое, понимаете? Но мы знаем при этом, что многие люди имеют мирную кончину, вот, праведную кончину. Господь спасает этих людей. Они жили благочестиво и так далее. Конечно, нет. Это исключительный путь. Это, наверное, просто какое-то неподражаемое то, что произошло с Иовом. Ну, здесь прообраз Христа, конечно, еще. Конечно, прообраз Христа. Приблизительно в 5 веке. Вообще, в 5 веке была написана книга Иова. Он современник Авраама. Да, то есть именно такие выводы делает библеистика. Он современник Авраама. А Авраам жил за 18 столетий до Рождества Христова. Заканчивается книга Иова вот таким вот очень важным литературным оборотом. Все это было в стихах ранее. В смысле, пролог тоже был в прозе. Был человек, землекуц, имя его Иов и так далее. Рассказывается о нем. А потом все это переходит в стихотворную форму и заканчивается тоже прозой. То есть он возвращается в ту идиллию, в которой он жил. И в 7 стихе Господь говорит Элифазу: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Обратите внимание, что за Элиуя Господь ничего не говорит. Потому что он все-таки в конце своей речи он понял ошибку свою. Помните эти слова? Он сказал: «Вседержитель». Мы не постигаем его, хотя он говорил от себя как от совершенного человека, знающего закон Божий. Поэтому Господь не говорит о том, чтобы Элифаз принес жертву за 4-го человека, а только за 3-х. Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву, и раб мой Иов помолится за вас, ибо только лице его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Видите, вот здесь вот эти слова, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. И пошли Элифаз и так далее, и Господь принял лице Иова. И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и так дал Господь ему вдвое больше того, что он имел прежде. И детей дал, и богатство, и так далее, и так далее.
и умер ее в старости насыщенными днями. То есть та вера, которую он имел, та надежда, которую он имел, она не была постыжена Богом. Еще какие вопросы есть? Батюшка, да. Что делали с этой жертвой? Ели, пили или оставляли птицам? Разные были жертвы. Были жертвы всесожжения, то есть они сожигались полностью. Полностью? Да. А были жертвы, которые не полностью сжигались. То есть часть этих жертв сжигалась, а часть отдавалась священнослужителям. Об этом очень подробно говорится в книге Левит. Что я на мясо приходила. Да, да, да. Что? Да, да, да. Что? А помните, он говорил, что глаза мои, не глаза другого, во плоти моей еще узрят Бога. Я надеюсь, говорит, что это произойдет. И Господь же не постыдил этой надежды. Господь уврачевал его проказ, вернул ему детей, в смысле вернул, дал ему других детей. Не вернул тех, которые, то есть он не воскресил тех, которые, а дал ему еще потомство. Ну, как бы смысл понятен всего этого, что непостижимые пути Господни, и только Бог делает человека умиротворенным. Стяжи дух мира, и вокруг тебя тысячи спасутся. Дух мира. Вот в чем весь секрет книги Иова. Ну, сами видите, что такой книги действительно мы еще не читали. И такую книгу, как замечательный один из исследователей библейстики, библейской истории, он сказал, говорит, я, говорит, книгу его понять не могу, но, говорит, я знаю о том, что ее больше ни с чем не спутаешь. Это, говорит, я знаю точно. Она очень сильная. Она очень сильная. И, конечно, то, что мы так пробежались... Понимаете, там каждое слово, оно действительно... Когда читаешь, да. Ну, как бы понятно, что Бог, Его присутствие, да, оно исцеляет человека. В смысле, исцеляет в том смысле, что человек ощущает себя как человек. Не тело просто исцеляет, а действительно... Он ощущает себя в себе в гармоническом единстве тела, душу и дух, как единое целое. Не так, как мы говорим, вот мы умом хотим молиться, вот телом не можем, да, вот. Это говорит о том, что вот все, понимаете, разрознено внутри нас. А вот здесь произошло исцеление человека. То есть, потому что Бог только может исцелить вот это единство человеческого состава души, тела и духа. Так, мы продолжим наше чтение книга Эсфирь. В следующее воскресенье не будет занятий, потому что это, у нас будет праздники там, вот, да, и служба там, да, и все. Поэтому, да, мы Эсфирь возьмем и пророческую книгу Исаии. Исаии, книга Исаии. Читайте до 39 главы книгу Исаии. У нас две недели. Эсфирь-то вы прочитали, просто мы сегодня не проходили, потому что... Что книга Исаии, она разделяется на три части, и там три автора написали эту книгу. 39 глава. Книги, мы пропускаем здесь много книг, там Псалтыри и так далее, не потому, что мы не будем читать эти книги, а потому что эти книги мы будем скорее проходить, когда начнем изучать богослужение. То есть в контексте богослужения эти псалмы будут нам более понятны. Сейчас мы должны пройти историю Ветхого Завета, вот что. Чтобы у нас было представление, как человечество шло ко Христу.
А вот уже вся та мудрость, которая была в Ветхом Завете, у ветхозаветных праведников, это, конечно, ну... Батюшка, ну так все почитаешь, почитаешь, да так мало человека достоил. Вот был человек и нет, и никто о нем... Вы имеете в виду кого? Да, ну сейчас законы, сейчас что-то кому то вот вот читаешь вот это вот, до такой степени кровавое время, что вот был человек, нету сотни, тысячи, вот, один Илья отрубил голову 400 человек. Вы знаете, еще очень важный момент относительно того, что эти, что ветхозаветный, Ветхий Завет, вернее сказать, что он утверждает? Он утверждает очень одну важную мысль, что человечество не должно строить каких-то утопических систем на почве политики относительно создания какого-то идеального государства, идеального общества. Но невозможно. Человек грешит. А значит, он будет всегда грешить. Господь сказал, царство не от мира сего. Он не считает этот мир своим царством. Он называет этот мир, в Священном Писании говорится о князе этого мира. Кто князь этого мира? Сатана. Вот кто правит в этом мире. Но Господь Иисус Христос дал возможность человеку быть автономным в этом мире, где княжествует сатана. Когда мы попадаем под покров Божий, входим в Церковь Святую, мы как будто переходим в другой мир, да? Как бы перелетаем в другую планету. Потому что в Церкви совершенно по-другому человек себя ощущает. Так что нельзя строить здесь никаких идеальных систем. Кровь будет проливаться до скончания века. А что еще ожидает человечество, вы посмотрите. Что происходит? Насколько сильны мышцы сейчас у государств? И тем более эти государства, они сейчас объединяются в различные блоки. Там, скажем, НАТО и так далее. Не остановится, понимаете, пока у людей есть этот военный арсенал, они будут думать, как его реализовать, для того, чтобы подчинить себя более, так сказать, слабых. Так что... Апокалипсис, вот что ждет человечество. Так что не нужно иллюзий строить насчет того, что будет все хорошо в этом мире. Мы будем молить Бога, чтобы мы не обозлились, вот, и не стали хуже.